Дорогие подписчики, 20 июля, город Козельск, Калужская область. Идем смотреть парк под названием «Три богатыря». На входе нас встречает указатель. Туалет туда. Кафе налево. Мужичок-боровичок. Меч 100 голов с плеч. Ольга Викторовна впечатлена размерами. Взял у руки маешь вещь, взял у руки маешь меч. Сильно. Мужичок-боровичок. В центре, видимо, когда-то был фонтан. Или озерцо. К сожалению, сейчас воды здесь нет. Но прикольные скульптуры. Ольга Викторовна и Бэмби. Смешная картинка. Нравится? Бери домой. Дуб. И кот ученый. Кот с книжкой. Точно ученый. И желуди еще те. Неплохо, неплохо, друзья. Вон галка нам позирует. Она думает, что она ворона. А вот и три богатыря. Три красавца, охраняющих этот парк от злых духов. Под березой эпично вписались. Под березовички. На салатик. Моща. Довольно чисто, ухоженный. Много людей гуляет. В кафешке людишки. Приятненько. Приятненько. Город Козельск. Лето 2024. Это Карлсон, который живет не на крыше, а в парке «Три богатыря» города Козельска. Что-то ему очень весело. Куда он показывает? Непонятно. Ольга Викторовна гладит котика, прибалдевшего на июльском солнышке. Мяу. Хорошо сделаны скульптуры. Действительно качественно. Чисто, аккуратно, прикольно в парке. Винни-Пух и его горшочек. И наш горшочек с медом. Какой нормальный Винни-Пых. И рядом, конечно же, Пыхтычок. Тоже веселый малый. В цветах утопает царевна-лебедь. Со своей короной. Красотка. А куда же смотрит наша мышка? Правильно, на большую репку. Тянем, потянем, вытянуть не можем. Кстати, очень красивый заборчик у парка. Дальше на набережной идет реконструкция. Ребята работают. Прям усиливают набережную. Видимо, будет что-то красивое. Возможно, мост через реку. Фонарики, плиточка. Ну, в общем, все как положено. Не будем им мешать. Будет здесь еще красивее, в городе Козельске. Ольга Викторовна, какое впечатление о парке «Три богатыря»? Вообще прекрасный бесплатный городской парк. Для детей, для взрослых. Лавочек. Много и тенечка, разные фигурки, спортивная площадка. Чисто, отлично. Приятно прогуляться, правда. Есть места, где посидеть, отдохнуть. Много родителей с детками. Да, парк небольшой, но... Поддерживаю. Козельск приятно удивил. Друзья, ставим лайки. До связи. Друзья, мы прощаемся с парком «Три богатыря».
рекомендовано к посещению, город Козельск. На связи.